Нам сегодня предстоит нелегкая задача воссоздать старинный рецепт приготовления куриного мяса в тандыре. Ну, поскольку тандыра у нас нет, придется сделать его самому. Выкопав в земле. Хорошо. Основная проблема, с которой можете столкнуться, когда будете рыть яму под тандыр, это будут все-таки корни деревьев. Поэтому постарайтесь отойти как можно дальше от деревьев, чтобы не было вот такой вот проблемы. Как у меня. Подготовка тандыра уже подошла к концу, и, как говорится, осталось дело за малым. Это подготовить мясо. Для маринада будем использовать горчицу и мед. Начнем с горчицы. Обильно смазываем куриное мясо горчицей с двух сторон. И не забываем про мед. Итак, мы вырыли яму для тандыра, замариновали окорока, осталось дело за малым, это развести костер и подготовить угли. Была у нас первая попытка закладки углей, но, к сожалению, они все потухли. Все по одной причине, потому что два дня подряд лил проливной дождь, в результате чего дрова оказались сырыми. Из-за недостатка воздуха они сразу же тухли. Приходится разводить костер именно непосредственно возле тандырной ямы. Как только мы получим необходимые нам угли, так сразу же переместим их в яму и продолжим нашу готовку. Буду сегодня экспериментировать с помощью вот такой вот проволоки. Посмотрим, что из этого получится. Хотел сделать сначала шампура, но потом подумал, что они могут прогореть и курица неравномерно запечется. Поэтому сделаю такие вот отверстия для начала. Вот. Через него я пропущу проволоку. А второй конец уже примотаю к ножке. В общем, таким образом я сделал здесь отверстие, пропустил проволоку через этот кусок мяса.
сюда мы вдеваем импровизированный шампур. И у нас мясо в таком подвешенном состоянии отправляется в тандырную нашу печь. Жар такой достаточно сильный. Теперь осталось все это дело укрыть, немножко присыпать землей, и оно будет готовиться, думаю, так плюс-минус в течение часа. Набрали мы, значит, сырых веток для того, чтобы сделать такую импровизированную крышку, для того, чтобы избыточное тепло не выходило. Наша задача как можно плотней застелить сверху ветками для того, чтобы ограничить именно выход тепла наружу, чтобы мясо равномерно пропеклось. Сейчас сделаем укладку с веток, сверху присыпем, я так думаю, иголками. Ну и дальше уже слой либо листьев и потом уже земли. Они как раз мокрые, хвоя. Она создаст температуру. Главное, чтобы поменьше выходило дыма, тогда будет сохраняться тепло. Ну и заодно и подкоптится. Прошел уже час, может даже быть чуть больше. Самое время проверить, как там наше мясо, запеклось или нет. Главное откопать его, чтобы землей не присыпало. Мясо немного подгорело, но в принципе выглядит, несмотря на это все, довольно-таки аппетитно. Я думаю, можно будет уже приступить к дегустации. На этом, думаю, можно будет и закончить.